Всем хайшкисам, я Александр, это канал АМБОТ, и у нас сегодня ОП Вояж Хроникл. Всем хайшки! Сын тоже здоровается вместе с вами, и, соответственно, давайте перейдем к чему сегодня. Перейдем сегодня мы к тому, что, да, опять будем много-много чего вращать, много-много чего крутить, много получать персонажей. Задача у нас также получить 65 героев, не знаю, насколько я и не считал, получим и не получим. Но я знаю, что в Бенефисте это испытание, скажем, будет длиться еще 19 дней и 12 часов на данный момент. Поэтому, скорее всего, успеем. Вот, поэтому так вот. Значит что, ребятки, давайте тогда быстренько перейдем, собственно, к призыву героев. И да, я сейчас записываю без звука, это не ошибка никакая, это действительно так. Потому что тут много есть тоже авторских прав на всякие разные звуки и мелодии и тому подобное. Значит так, у нас получается здесь вот 150 билетов есть, бейсика 491 есть и френдшип есть 4000. А также фрэкшн кристаллов 46, ребята, и это еще не все. Здесь также у нас есть, вот здесь вот есть тоже всякие разные вкусняшки, которые здесь спрятаны. Это будем мы их в конце после суммона вращать, поэтому дожидайтесь до конца и, соответственно, вы все увидите, сколько и кто мне выпадет. Вот, ну и, соответственно, у нас с сыном такой же, как и обычный челлендж, кто лучше выбивает, поэтому сегодня бывает где-то я, бывает где-то сын лучше. Вот, ну, у сына дропается больше вроде бы, но по качеству у меня бывает лучше зато. Значит что, давайте, наверное, начнем с френдшип, и два раза подряд кручу я, два раза подряд крутит сын, чтобы, ну, не передавать эстафету там через раз. Так будет быстрее, мне кажется. Поехали, два раза первые мои, два раза последний сын. Френдшип, ничего не падает, здесь падают только фиолетовые герои. И, соответственно, после этого я, наконец-то, буду улучшаться. Улучшаться, и еще один фиолетовый герой мне падает. И теперь сейчас будет вращать сын. 20 раз. Сын выпадает уже кто-то золотой. Вот видите, сын только начал, уже у него что-то выпало. Так, вот. А, ну, понятно, но это, по крайней мере, это в любом случае корм. Но, блин, это все-таки как-никак пятизвездочный герой, который лучше, чем четырехзвездочный, какой бы он ни был, ребята. Для прокачки самое оно. Ну и здесь как бы да. Так, хорошо, окей, ладно. Сыну запишем одну галочку, одного он призвал. Давайте здесь. Получается 70 и 80. Давайте по очереди, ладно, как и было. Значит, первое мое. Следующий сын. Держи. И будем по очереди тогда сейчас смотреть. Ну, а вы считайте, кто сколько все-таки призвал. Призвал героев и каких, и насколько хороших. То есть, пишите в комментариях, соответственно. По крайней мере, вот 30-ка прошла, а ничего, в принципе, у нас не выпало, ребята. Это немножко меня расстраивает. Так, вот первое. Первое, хорошо. Так, у сына. У сына выпадает генерал Фрэнки. Фрэнки выпадает генерал. Вау. Здоровый, здоровяк. Так, и у меня. Так, у меня тоже что-то выпадает. Кстати, я сыну скипнул. Давайте сейчас не будем скипать. Посмотрим, а может быть два выпадет. Так, хорошо, у нас кит. Кит выпадает. Так, это ладно. Это ладно, говорю. Ну и, в принципе, все. То есть 2-1, 2-1, сын. 2-1, опять что-то падает. Опять что-то дропается. Блин, ну ладно, смотрим. Так, хорошо, самый первый море. Ну, море это у нас корм. Сын тот даже знает, что это корм. Бруки обычные тоже туда же. Так, давайте. Вот здесь еще что-то. А вот здесь опять кит выпадает. Ну, кида я не качаю. Ну, в любом случае, даже пускай как корм, он в любом случае дает. Ну, он как играбельный персонаж, тоже, в принципе, нормально играет. 4-1, серьезно? Так, моя очередь тогда. Моя очередь, ничего не падает. Давай ты. Блин, 4-1, ребята, это немножко обидно. Даже немножко, если 4-1. Так, это мы не учитываем, это уже нам интересно. Фиолетовые 4 звезды. Так, вот мне что-то падает. Падает мне. Давай компенсируем сразу троих героев сюда. Так, Ванна Брук. Это самый, да, лучший результат. Ну, в принципе, лучше, чем 4 звезды, по крайней мере, в любом случае, как я и говорил. 2-4. Хорошо, давай, твоя очередь. 2-4. Мне надо догонять, надо и догонять. Так, ладно, здесь нету ничего.
Может, я догоню, ребята, может, и догоню. В общем, в результате. Здесь тоже ничего нет, да что ж такое-то. Сейчас, по идее, сыну должен какой-то гарант, наверное, высадиться. Да, сейчас Нет, нету гаранта. Это гарант был такой. Вот он, мистер один, давай тебе. Вот мне надо гарант, не знаю. Да, ну, получается, на четвертый призыв пришел герой. Я не знаю, есть ли тут гаранты на самом деле. Ну, примерно как-то так. Лачи тоже, блин, тоже, в принципе, можно сказать, что это корм. Как бы кто-то его качал вначале, а потом его впустили в корм. И того, что у нас, 3-4, да? Счет. 3-4. Ничего пока сыну не падает. Я потихонечку начинаю догонять его. И так, здесь мое последний. Последний мой призыв. Значит, здесь дальше, что у нас получается в бейсиках, я вот не знаю. Ну, давайте в бейсиках, если только по 50, наверное, сразу. Так быстро, по 50. Погоди, сын, я. А потом 50. Так, 30. Я считаю. 40. И 50. Сейчас будет. И 50. Так, хорошо, давай. Твоя очередь. 50. Жмякай быстро. Что такое? Не жмякаются у него. Не получается. Так, 20. О, сейчас получилось. 30. Ничего не падает с этих билетов. Ужас какой-то. 40. Вообще ничего нет. Все зеленый. 50. Так, хорошо. То есть плохо. За 100 ни одного пятизвездочного. 10. 20. Вообще все зеленые. 30. Какой ужас. 40. Чего так все неплохо не дропается? 500. Вообще ничего нету. Так, погоди. Мне не нравится расклад. Давайте попробуем просто куда-нибудь зайти, что-нибудь сделать. Зайти что-нибудь сделать. Давайте фри хотя бы призовем. Так, хорошо, это валюта для того, чтобы это... А, у нас, кстати, есть билетик. На, еще билетик вот здесь прокрути один. Ага. А, марочка. Ладно, хорошо, пусть будет марочка. Значит что, давайте выходим тогда отсюда. И кто? Сын. Сын сейчас, да, получается, призывает? Да. Сын призывает кристальчиков. У меня нет кристаллов, потратились. Так, поехали. Угу. Так, 10. 20, 30, 40 и последнее, 50. Ничего нету, смотрите, вообще ничего. 150 призыва, ничего. 200 даже. Уже 250 идет. Ни одного, ребят. 220. А в прошлый раз хоть как-то что-то падало. И причем падало нормальное что-то отсюда. 240. Так, 40, да, и полтинник последний, да? Полтинник. Так, вообще все зеленое. Ну давай жми, что могу сказать. Что я могу 30. На это сказать? Это просто какое-то безобразие. 30. Здесь вообще 40. Прям шанс очень минимальный на самом деле. 50. 50 уже? Ничего себе, ты шустро как отжмякал. Быстро отстрелялся. Так, ладно, давайте. Я тоже попытаюсь быстро, чтобы не задерживать никого. Угу. Я просто тыкаю в одно место очень сильно. Ну, надо вот сюда, да, получается. И то я вам машу. Так, 30, что ли, было? Да, это уже 40. 40. 50. Нет, по-моему, 50 уже было. А, да. Да, уже 50. Да. Так, и сын 10. Угу. 20, 30. Наконец-то, блин, хоть кто-то. Хоть кто-то. И последний. Кошмар Луфи выпал нам. И остается 90. 50 мне, 40 сыну. Блин, конечно, вот это жмякать, это прям вообще. Так, и сын меня уже обгоняет на 2, по-моему, героя, на самом деле. На 2. Так, еще один раз мой и 40 тебе. Все, давай 40, последний. Давай еще такая выжми что-нибудь сюда. Чтоб 30, как ты сказал, 30, вернее, 3 героя обгонял. Все, что ли? Нет, еще один. Все, ничего больше нету, один остался билетик. Все. Здесь все, давайте тогда во фрекшн перейдем. Во фрекшне я не знаю, что будем крутить. Но у нас здесь в основном я крутил 26 есть. Здесь у нас получается не хватает. Здесь ровно 30, здесь 40. 40 просто. И здесь это вот так, 27. 27, либо вот здесь, либо там, короче. Ну, начинаем пока, наверное, здесь. До первого героя. Первый... Дай по 5 кристаллов тоже, чтобы не тянуть по 5 кристаллов. Раз.
2, 3. Можно посмотреть по кристаллам все. Ну смотри, так, все, твои 5 кристаллов. Не выполни никто, ребят. Кстати, так, ты что так быстро-то жмякаешь? А, ну хотя в любом случае покажет там. Там покажут, если что, анимация, что кто-то выпал 5-звездочный. Потому что когда фрагменты, они, да, быстро скидываются. А, ну хотя, вот Каркадай выпал. Ну ладно, короче, непонятно. Может быть, что-то и выпадало. Вот, ну мне, по крайней мере, выпало. Сын быстро проскипал, поэтому я ничего не засчитываю. Я не видел, что там было. Так, еще 3 моих. И того ты обгоняешь на 1 всего лишь. По-моему, у меня тоже был, по-моему. Ну, не знаю. Так, по-моему, мне еще один. Так, фрагменты были. Блин, давай еще сюда. Не туда начал жать. Надо дозор переходить было. Так. Угу. Так, море выпало тебе, ладно, на 2 обгоняешь. И последний. Так, море, да? Так, блин, надо не здесь опять жмякать, ну ладно. Так, крокодайл, хорошо, крокодайл, у меня опять на 1 ты только обгоняешь. Давайте попробуем здесь. Здесь добить. Во, что-то новое падает. Ну, тот, короче, был корм, а это не корм, поэтому его подсветили. То есть, если корм выпадает, то, соответственно, он не светится, получается, 5-звездочный. Все. Так, давай здесь ты. О, ничего нету. У нас с тобой равное уже количество этих штук. Да, и последний. Ничего. Так, теперь мне надо обогнать сына. А что ему поддаваться? Что он маленький, что ли? Нет, не буду поддаваться. Вот, 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 видите? Ага. Вот. Вот, на 2 уже обгоняю. Вот так вот выстрелила, да? А, найс. Ну-ка, давай, давай, попробуй ты. Сейчас не буду поддаваться. Не поддавайся. Нету! Нету! Давай еще парочку, крутани. Еще сколько? Парочку, 2 раза. Раз и 2. 2. Ну нет, нет, нет. Моя очередь. Мне просто не везет и все. Ну да, мне там просто прям подряд повезло. Очень-очень повезло. Знаете, что у нас еще в бейсиках здесь кое-что осталось, ребята? Осталось следующее у нас вот есть вот эти вот. Супер бейсик. Ну, супер бейсик. Давайте 2 я открою и 2 открою сын. Так, мне кошмарный Луфи выпадает. И мне выпадает Эвен. 2 пирата. Что здесь? Здесь из Дасора у нас выпадает. Сакадзуки. И корм получается этот. Получается уже 7-9. Йонка. 7-9 уже. 4 императора. Так, здесь, значит, что у нас все тогда заканчивается здесь. И тогда посмотрим, что у нас, во-первых. У нас 5-звездочник всего лишь 12, ребят. Очень мало, 12. Я рассчитывал, что что-то будет больше. Сын, ты не упал. Не ерзай. Вот, не ерзай. Так, я думаю, что будет все-таки больше. Да боже мой. С этой подушки залазь. Вот. Я не знаю, ему неудобно. Он слишком маленький, поэтому подстелил подушку, он с нее падает. Так, значит, все, пока здесь оставляем. У нас всего лишь, ребят, 12 героев. Это прям отвратительно мало. Я рассчитываю, что все-таки что-то будет да больше. Значит, что, давайте быстренько, что еще? Давайте тогда самое интересное, наверное, будет здесь. Во-первых, здесь давайте посмотрим, что падает здесь. Что падает здесь. Давай по одному. Одного ты, одного я. Дотянешься? Давай, вот я один первый раз. Так, мне Луфи выпадает, а тебе золотая марочка. Ну, на марочку, куда ты жмякаешь? Вон, самый верхний. Вот сюда? Ну, можешь сюда нажать. А, вот сюда. Ну да. Жми. Так, а ему выпадает Катакури. Катакури. Хорошо. Здесь я забираю сам. В принципе, тут ничего интересного нету. Здесь марки. Ну, я не знаю, здесь по максимуму я заберу, наверное, потому что... Здесь, в принципе, ничего такого интересного нету. А вот это можно самому все забрать. И теперь отправляемся, соответственно, мы сейчас в другое место. И там уже будет поинтереснее. Это в шардах. В шардах давайте быстренько соберем все вот здесь. Еще камбол сделаем. Вот это все объединим. Я бы, конечно, хотел бы объединить его, но у меня его нету. Вот. Что? Тут у нас, смотри, что есть. 1736 в леге.
Ну да. Я знаю, что там много. Так, здесь, короче, 81 герой такой четырехзвездочный, здесь еще четырехзвездочные выпадают, и еще четырехзвездочные. Короче, у нас больше сотни, наверное, героев четырехзвездочных. Итого. Вот, но они не учитываются, к сожалению. Знаете что, давайте тогда перейдем вот здесь. Вот у нас было 12, больше мы, в принципе, не получали, поэтому надо будет считать, сколько сейчас мы получим. Здесь, получается, у нас... будем, наверное, комбо делать по сколько? По 10 штук. По 10 штук. И посмотрим, что у нас получится. Давайте, 10 штук, это 500, ребятки. 10 штук, это получается 50, это, да, 500. Поэтому мы сейчас берем, ставим 10 штук. Блин. Долго придется. Так, ладно, 10. 10 я, 10 сын и остаток потом вместе. Что-нибудь придумаем. Так, 10 первая моя пошла. Потом... Смотрим, кто мне выпадает. Выпадает мне корм. Ну, вот здесь вот уже что-то поинтереснее, мне, но остальное корм. И вот как-то не очень. Мне что? Остаток двоя и два ты. Два ты и два я. Так, 10 еще. Я. 10. Давай ты посмотрим. Ну, у меня как бы не очень выпали герои. Так, здесь Фрэнки, здесь Лачи. Так, погоди, не листай. Бо Хэнкок. Ну, два, да, получше. Два Фрэнки, два этого. Ну да. Да, ладно, хорошо. Давайте я еще. Ну а что здесь, Камбл? Давай вместе, на, давай вместе, жмякаем. Вместе. 14, поехали. Да, еще раз. Комбл. Не, что-то мы... Блин, Илья, мы два раза нажали, но мы все сбросили. Не-не-не-не-не. Мы, короче, сбросили, получается, не посмотрели вообще, кто выпал, потому что нажал я и нажал Илья. Короче, все сбросилось, ничего мы не увидели, кто нам выпал. А, печалька. Печалька. Здесь выпадает у нас море, выпадает, короче, все, корм, крокодайл, море. А, здесь... На, жми. А, кит. Выпадает кит. Конечно, с последними 14 героями... Полная ерунда получилась какая-то. Я не знаю, что выпало даже. Вообще без понятия. Сейчас будем смотреть, что там выпадало, конечно, но это какой-то такой себе. Так, здесь, значит, вот этих... блин, я не знаю, я, наверное, не буду их собирать, это неинтересно. Ну и, в принципе, остальных тоже получается. Давайте быстро тогда вот этих я соберу, чтобы хотя бы понимать, какое количество нам хватает, либо не хватает, наоборот. Поэтому сейчас мы это дело быстро соберем, ребята. Но 5, к сожалению, фрагментов тут не хватило. Здесь мы... максимум собираем. Фуджитора тоже откуда-то у меня собрался. Мы его тоже собираем где-то с фрагментов. Фуджитора я успел нагрести. Так, и здесь тоже. А, Фуджитору я, скорее всего, где-то купил его просто-напросто. Да-да-да-да-да, скорее всего. Так же, как я вот сегодня покупал его, Эйса. Так, и все вроде бы остается тут прям буквально... Кстати, погодите, я что-то разошелся, а бенефис, вдруг я лишних не открывал. Нет, лишних не открывал, кстати, секундочку. Остается один как раз, один, ребятки, то есть мы, в принципе, вытянули, у нас остается всего лишь один, и мне, то есть, получается, нужно всего лишь одного в шардах собрать, то есть одного крокодайла просто-напросто. Мы берем камбо и ставим одного, одного оставим на другое событие, соответственно. Ну, а это я уже открою без вас. Что же выпало нам по героям? Давайте, в принципе, сейчас отправимся посмотрим, потому что это неинтересно. А по поводу героев все-таки посмотреть интересно. И, соответственно, вот я при вас собираю последнюю награду за это событие. А в героях. В героях сейчас вообще непонятно, что тут смотреть, что да как и что. Давайте по фракциям смотреть, во-первых. Что здесь есть открытого без ключей? Прежде всего, очень много кидов. Соответственно, нападали нам киды где-то. Также нападали кошмарные луфи, то есть мы можем видеть, что много-много-много их. Скорее всего, их много и нападало откуда-то. Но эти корм этот, скорее всего, он и был. Просто я его не закрывал. Так, Фрэнки очень много тоже. Фрэнки тоже нападал. Но, по крайней мере, то, что они не закрыты, это либо не выпали, либо просто я их не закрывал, потому что я их не качал. Вот, давайте из дозора посмотрим, что у нас. Из дозора, ребят. Парочка кузанов выпала и парочка сакадзуки, да, или как там,
А Барсалина, блин, Саказуки это другой, да. И Барсалина, соответственно. Так, там сын уже мается, не знает, чем заняться. Что еще выпало у нас? А, даже три кузана я вижу. Три кузана где-то выпало. А, три кузана, Лачи, Сакадзуки. Так, это эти. Ну и Виви. Виви тоже выпадала. Так, здесь что у нас? Здесь меня больше всего интересует. Здесь у меня есть парочка кум. Парочка. Ну, это они, по-моему, и были на самом деле. А эти вот выпадали, точно я помню. Так, выпал, скорее всего, где-то, потому что не было его. Либо я его собрал с фрагментов. Ну и, в принципе, все. То есть, как бы такой себе. Как бы так себе. Мне бы, конечно, этого бы. Опять же таки. Его, опять же таки, нету. Скальной глаз. Докачать бы его. Так, хорошо, лады. Чтоб еще выполнить. Где-то у меня есть один, но я его пущу в корм, а надо мне еще самого его прокачать. Здесь у нас что-то падало. Ну, шансы я собирал, помню, а остальные это все карма, карма и карма. То есть здесь ничего, в принципе, по факту интересного нам не выпало. Не знаю, как бы дроп такой себе на самом деле, но 65 мы, в принципе, народа мы собрали, ребятки. Вот, поэтому я собрал награду, я буду сейчас качаться, кого-то я еще сделаю, соответственно, с какими-то новыми звездочками, то есть вот с такими вот радужными, они будут не красные, они будут радужные, скорее всего, постараюсь его прокачать, потому что он самый лучший дамагер среди всех дамагеров, которые у меня есть, ну, по крайней мере, как-то так вот, наверное, будет. Пока и кузан очень хорошо дамажит, но если прокачать Зоро, то он все-таки, наверное, больше будет дамажить, чем нежели кузан. Ну, кузан бьет по всем, а этот, в принципе, бьет не по всем Зоро, поэтому как бы вот так. А, значит, все, ребятки, на сегодня это все. Вот такой был челлендж. Я, честно, уже по поводу сына либо себя, я не знаю, кто из нас все-таки победил, поэтому пишите в комментариях. Я победил сына. Да. Я победил сына, говорит. Ну, сегодня сын признался, что победил я. Ну, вы в любом случае пишите. Я уже потом сбился со счета, но последний раз я просто вытянул много, да, как раз подряд. 7-9 счет был. 7-9. Кстати, ребят, погодите, стоп, ты уже пошел? Нет, не надо уходить, я кое-что вспомнил, ребят. Значит, у нас во Фрейкшуне же есть еще этот, во-первых, обменник-то понятно, что здесь есть. За... У нас, кстати, два еще билета появились откуда-то внезапно. Давай по одному еще, сын. Я одного, и ты одного. Вот так, давай, оп. Оп. Ничего не выпало. Так, у нас же есть обменник, ребята. У нас есть обменник, а я про него совсем, ребят, забыл. Но помимо того, что мы можем здесь получить каких-то классных героев, которым мне нужно. Поэтому я буду, наверное, тянуть вот эту фракцию, обменивать. То есть у нас, по идее, 17, ребятки, обмен. 17 обменов, ребят. 17 обменов, это довольно-таки дофига, ребят. Прям вообще дофигища. Море плюс море, вот не надо мне море плюс море. Давайте с крокодила начнем. Море плюс море равно море. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это в прошлом оставим. Так, давай посмотрим, что выпадает в море, блин. Сын, завязывай свои море. Не нужно мне море. Так, вот, Вано, Вано. Это не просто Хэнкок, ребята. Это Вано Хэнкок. Вано Хэнкок. Вау. Так, две штуки, кстати, у меня. Значит, одну где-то я выбил. Вано Хэнкок. Прикольно. Две теперь у меня их. Так, а если еще море, крокодил, понятно. Так, сейчас еще немножечко я отдам сыну тоже. То есть мы море на крокодила, крокодил на море меняем. Красота. Так, Джимбей, ладно, Джимбей оставляем. Все классно, но не то немножко. Так, море, море. Что ты прикалываешься? Он угорает что-то, я не знаю. Ему море нравится. Так, опять Джимбей. Куда мне Джимбеев-то теперь столько? Я просто знаю, что море это корм. Так, еще раз Вано Хэнкок. Там сын уже 25 тысяч раз свалился. Так, ну давай, ладно. Мне нужен, знаешь, кто? Знаешь, мне кто нужен? А кто мне нужен? Ну-ка, а давай вот этого обменяй мистера второго на кого-то. Ну-ка, давай попробуй. Ну, на Джимбея, ну неплохо на самом деле. Мистер второй как-то на Джимбея обменялся. Кстати, блин, секундочку, ребят. Можно быстренько сейчас апнуть, качнуть героев, по крайней мере. Блин, но это очень долго займет.
до золотого качества прям просто взять кого-то, прям апнуть. Вот, их, я просто к чему клоню, просто их можно обменять, обычных героев, да, которые такие, четырехзвездочные, на каких-то крутых классных героев в итоге. Ну, ты понял, как бы. Понял, ну давайте, ладно, я не буду сильно подзапарываться, в принципе, корм да корм, поэтому, ладно, пофиг. Поехали обратно во Фрэкшн, обратно меняем, и обратно, давай я тебе тут вот приготовил кого-то. На тебе мистера Крокодайла, давай, жми, попробуй. Поменяй, поменяй Крокодайла. Дом Фламинго внезапно, то есть прям давненько что-то не приходил, ладно, давай еще попробуем, давай, жми. Блин, ну море это такое себе. Море это такое себе, дружище, сынище, это такое себе. А, у нас, а, стоп. Это уже другие пошли. Да, я попробую. Вот! Вот за это мне бонус. Я еще одного призову. Ну, такой себе. Давай ты теперь, ну-ка, повтори. Повтори, давай, сделай красиво, сделай. Блин, да некрасиво это крокодайл. А, забирай обратно своего крокодила, давай сюда. Что-нибудь. Жми. Чё, ты... Просто заливаешь ресурсы в никуда. Крокодайл, то есть море на крокодайл, крокодайл на море и так до конца, да? Пока все не сольется. Так, Илья, это плохо. Блин. Это еще и заразно, да? Ну, красота, все, сын. Это все. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я так не играю. Все, сына, все сломал. Все сломал. Все шло хорошо до конца. Потом сын сел и все сломал. Своими крокодайлами море. Все, ребятушки, я расстроен. Я пошел плакаться. Рыдать просто. Не по-детски в подушку. Вот. Ну а вам, ребята, конечно, на самом деле, удачи в игре и вообще всего самого наилучшего, всего самого хорошего. Вот, чтобы вам везло больше, чем мне. Ну, в принципе, мне нормально, в принципе. Ну, как бы, могло быть и лучше. Могло быть и хуже, могло быть и лучше. Ну, в общих чертах нормально. Мы сегодня нафармили много героев. Что-то я сейчас буду прокачивать. Тоже Лана Хэнкока буду качать. Но чего бы нет, пускай она будет. Будем ей играть со временем. То есть мне она, в принципе, наверное, понравится. Вот, оно мне тут постоянно стоит. Вот, поэтому как бы так. На сегодня, ребятушки, это все. Вам хорошего настроения. Подписываемся на канал, кликаем на колокольчик, делимся видео с друзьями, забегаем на стримы и будем чаще видеться, встречаться с вами. Чем больше актив, тем, соответственно, нам интереснее и больше выходит всяких разных видосов, игр по той игре, которая, соответственно, вам больше интересуется. Ну и я всегда рад, если вы заходите и на другие стримы тоже здороваться. Всем хорошего настроения, всем удачки, до встречи, всем пока-пока.